Достойно представить Камчатку на мировом рынке смогут бренды местных производителей. По мнению краевых депутатов, огромный потенциал заложен в Камчатский пивоваренный завод. Он сможет не только пополнять региональный бюджет, но и продвинуть камчатскую продукцию на мировом рынке. Предприятие входит в число самых передовых и современных производств в нашем регионе. Оно оборудовано корпорацией ГИА, которая изготавливает оснащение для ведущих мировых гигантов. Вот для примера могу перевести: Виктор Ишаев в свое время, когда был губернатором Хабаровского края, завел в Хабаровский край компанию «Балтика» и освободил на несколько лет ее от уплаты налогов. В итоге сегодня «Балтика Хабаровск» является основным наполнителем бюджета Хабаровского края. Камчатский пивоваренный завод, мы пообщались, и судя по заявлениям руководителя, у них большие перспективные планы. Это очень здорово, что наш камчатский бренд они собираются вывести и на мировой уровень. Главный технолог предприятия, немец Штефан Упхов, рассказал, что у завода своя артезианская скважина, а по его мнению, вода – это 92% успеха. Штефан разработал 3 рецепта для линейки продукции и уверен, что она способна успешно конкурировать с ведущими мировыми брендами. Я горжусь своим продуктом. Наша пивоварня может конкурировать со всеми пивоварнями мира. Когда были разработаны эти сорта, получены первые образцы, я возил их в Германию и сдавал на анализы в специализированный институт. Немецкие коллеги признали качество великолепным. Директор завода Эдуард Соколов рассказал, что в ближайшем будущем будут налажены поставки продукции в регионы Дальнего Востока, а затем на очереди Москва и Европа. По его словам, на предприятии твердо уверены в качестве собственной продукции. Большинство процессов на производстве автоматизированы, и риск влияния человеческого фактора отсутствует. Наши операторы в основном руководят процессом, скажем так, из-за компьютера. То есть мониторят различные параметры, да, и минимизирован риск каких-либо там загрязнений и чего-то с этим связанного. Поэтому, в принципе, я уверен, что нареканий по качеству к нам не может никаких возникнуть. Впечатленные размахом вложений в новые производства в Камчатском крае, депутаты подчеркнули, что наличие на территории успешного и респектабельного бизнеса может стать одной из важных опор экономики региона. Впечатлен от размаха и от тех вложений, которые сделали предприниматели и развивают в нашем Камчатском крае и в нашем городе производство. Конечно, это будет огромная польза, и наш, конечно, камчатский бюджет, он только получит дополнительные дивиденды. Напомним, что проработав всего 4 месяца, завод ежемесячно только в рамках акцизных сборов отчисляет бюджет региона более 6 миллионов рублей. На предприятии добавили, что в ближайшее время готовится запустить безалкогольную линейку газированной и негазированной воды, биолимонады и квас.